Я думала, ты не приедешь. А свидетели были, как она сама подпустишь окно? Не видели, как она стояла на перроне и кого-то ждала. Женщина такая красивая, в кофточке белой, на певицу похожа. Она ничего не видела, она врет. Я не делала это. Я адвокат Корчагина. Я доведения до самоубийства здесь не вижу. Прошло 4 месяца. Ты ничего не найдешь. Какая-то игра, правила которой мы не знаем. И вы считаете, что это не самоубийство? Уверена. Скорее, доведение до самоубийства. Ну что тебя смущает? Все, Андрей, меня смущает. Так уж не веришь. Так это я в Бога не верю. А страсти земные очень даже вижу. И бездну твою вижу. Мне надо 3-4 часа проверить эту версию. Если вы сейчас не найдете, я вызову полицию. Я для этого и приехал пораньше. Это ведь не вы такой умный. Это она, да? Почему ее интервью не вышло в финальной версии выпуска? Ты поторопилась и неверно просчитала ходы. Ты ее видишь? Да, вижу. Не слушай ее, Варя. Ты все рассчитала правильно. Если мы не будем верить в своих близких, они не смогут идти вперед. Привет. У меня ствол. Шшш. Эй, это тихий вагон. Здесь нужно говорить шепотом, сынок. Пистолет. Говори. Я готов. Вы получите нового, улучшенного меня. Потому что если несешь в мир добро, получаешь добро в ответ. Кажется, ты забыл, чем зарабатываешь на жизнь. Бери ствол. Каждый раз кто-то умирает. Мне это больше не по душе. Некоторые конфликты решаются только оружием. Ой, тут так круто. Ладно, что я должен стащить или забрать? Чемодан. Ты же хотел что-то попроще в качестве первой работы? Проще не бывает. Ты пырнул меня? Я разрушу твою жизнь, как ты разрушил мою! Чувак, я тебя даже не знаю! Эта работа ни хрена не простая! Там что-то происходит. Да, я не единственный на этом поезде, кто ищет этот кейс. Лимон, где чемодан? Я его спрятал. Он был здесь. Мы идем по графику. Все, что когда-либо происходило с тобой... Будет больно, тварь! Привело тебя сюда. Судьба. Это хреновая сделка. Быстрее пули. О, нет, спасибо. Слушайте, у вас есть что-нибудь с газом? То, что надо, спасибо. Думаю, аригато. Точно не хочешь договориться? Не особо, нет. А, ладно. Протас, Вера Михайловна, следователь. К нам переведена из Москвы. Причина перевода? Выясняю. Не просто столичная штучка. Женщины тоже могут быть жестокими. Жестче, чем мужчины. Пизда. Следователь экстра-класса. Коллеги, любите ли вы ночные засады? Как любите их вы? Ее методы удивляют. Падать? Пожалуйста, если вам не трудно. А выводы застают врасплох. А у нас не суицид, у нас убийство. Да вы что? Как же вы прекрасны. Да вы сами, принц на белом коне. В чем подвох? А, должен быть подвох. Пока у всех одни вопросы. Мы ни черта не выяснили. Ни внешности, ни контактов, ничего. У нее уже есть. Ух ты. А вот это зацепка. Зацепка.
Премьера с 28 февраля в 14.55 на канале «Россия». Как труп? Самая ядовитая позвоночная на Земле. Хладнокровный не мой профиль. Но здесь, возможно, место преступления. Спокойно! У меня есть очень нехорошие подозрения. Ветеринар Благова снова делает работу за полицейских. Давай, пари. Если до завтра не будет улики, идем в ресторан. Премьера. У Катеньки налаживается личная жизнь. Господи, как хорошо. Мужики, вы чё? Котейка 2. Лично я не привыкла сдаваться. Давай-ка попробуем предотвратить убийство. 7 марта в 18 часов на канале ТВ-центр. Должны помнить. Кто ты? Кто они? Мы не знаем. Вообще? Кто-то пытается всех нас убить. Тот, кто нас разбудил. И кто открыл криокамеры. Сейчас он в этой комнате. Откуда ты знаешь? Это я их строил. Если бы криокамеры вышли из строя, мы бы уже погибли. Я психолог. Все ответы у нас в голове. Случиться могло что угодно. Это энтропия. Я биохимик. Если вы вдруг забыли, мы только что нашли здоровенный тесак в крови. Я уверена, я же врач. Я знаю, что тут будет. Нам надо уходить. Ключ лежит в наших воспоминаниях. Главное – оживить их. Я думала, эксперимент сработает. Просто не думала, что все будет вот так. С ней или с ребенком что-нибудь случится? Я тебя уничтожу. Увы, на ребенок умер. Спасти карьеру. Кто еще сегодня рожал, кроме Ильиной? Ольга Вершинина. Двойню. У вас два мальчика. И сломать судьбу. А где еще один? Крепись, девочка. Премьера. У него твоя походка, твой жест. Не может быть. Материнское сердце. В субботу в 17.10 на канале ТВ-центр. Мам, помнишь, ты говорила, когда мы переедем к Максиму, все останется как раньше? Послушай, некоторые обстоятельства изменились. Какие обстоятельства? Я же говорил, что они подружатся. Как ты вообще собрался ее воспитывать? Ты даже с ней не жил никогда. А почему ты такая злая? Ты здесь ненадолго. Они же не муж и жена. Ты станешь моей женой? Нет. Да. Может, все-таки надолго. Ты же хочешь от нее избавиться, дорогая, не сестра? Что, если мы будем ими манипулировать? Мы их рассорим. Начнем? Начнем. Итак, за что женщины терпеть не могут мужчин? Предлагаю завести график дежурств. Завтра твоя очередь. Наш план потихоньку начинает работать. Пора бомбить. О, вкусно. Можно немножко кофе? Осталось нанести решающий удар. У нас офигенные дети. Может, что-нибудь подожжем в школе. Так, ты хочешь по разным квартирам разъехаться или по разным отделениям полиции?
видел? Скажи мне, что ты видела? Повеселись. Я не хочу уходить. Поиграем вечером, ладно? Лови! Лови, лови, лови! Зачем они так? Я не знаю. Никому не говори. Это что такое? Футбол. Я забил гол. Дядя! Что происходит? О чем ты говоришь? Я хочу помочь. Я тебя не просил. Уходи. Они могут тебя убить. Хорошо. Ты молодец. Я уверен, что вы сможете взять ситуацию под контроль. Если будут проблемы, скажи мне. От вашей помощи будет хуже. Мы не всегда можем помогать людям, когда они в этом нуждаются. Невидимый мир. Скоро в кино. Каждым разом это становится все страшнее. Эти таблетки, что ты нам дал, уже не помогают. Помнишь, я говорил тебе про больницу в Израиле, которая специализируется на подобных случаях? Сколько это стоит? Если, как говорит тот мужик, то там такие бабки вертятся. Я же сказал, на ринг я больше не вернусь. Вот номер, в котором я остановился. Передумаешь, звони. Поля! Да, скоро я смогу зарабатывать. Зависит от того, как ты будешь драться. Когда выезжаем? Слушай, у меня парень есть один. Может, посмотришь? Да ты хоть знаешь, что стоит на этом ринге? Давай, 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 не жмись-ка на там! Завтра идите в зал, начнем работать. И от того, как мы сейчас с ним поговорим, будет зависеть, будешь ты драться или нет, все понял? Вот что я вам скажу, господа. Я даю вам бой. Все четко будет, Геннадий Борисович. Дамы и господа, it's showtime! Хватит уже себя мучить, Андрей! Все эти парни! Я буду их нравиться! Я обращаюсь к духам. Эта сущность опасна. Она создает ужасные, жуткие образы у вас в голове. Она здесь.
Призрак монахини из Борли. Вы чувствуете ее присутствие? Да. We're still trying to figure out what happened. When did you last hear from her? She left to bring her to school. Is everything okay? Has she gone missing before? Not in a long time. Ma'am? I heard about your mom. Is she all right? Hey. Doesn't feel right. I think we should go away. Just the two of us. Think you should take it easy at the moment. Mom, where did you go? I can't tell you. Not yet. What's wrong with you? There's things I need to tell you, Sha. It's not your mother up there. If we don't do something, we'll never get her back. And then they'll try to take you. Dance with me, Sha. Ma'am, stop! Where's your mom?